Новый взгляд ЕС на блокчейн. Европейская комиссия запускает новый исследовательский проект «Блокчейн», ориентированный на нефинансовое применение этой технологии. Названный «Blockchain for EU» – «Блокчейн для преобразований в промышленности» – проект продлится до февраля 2018 года. Цель состоит в том, чтобы определить области, в которых приложения блокчейн и технологии распределенного реестра помогут преобразовать промышленные предприятия ЕС.